послушай меня, Ром, вот эти вот ваши командиры, я думаю, вы знаете, что они калининградские. Короче, все они прикрываются мобиками. То ли татарин, то ли грек, или жених. Короче, кто-то из них разговаривал с ребятами, которые были вот в их подчинении. Почему они сейчас к вам перешли? Потому что их ребят всех постреляли. Они лежат в госпиталях. Вас, если скажут, набираем там 10-20 человек, неважно, куда-то пойти, просто там что-то поохранять, еще что-то, вас обманывают, ни в коем случае отказывайтесь. Если вы все скажете нет, вам ничего не сделают, вы, по документам числитесь еще в купавне. Скажи всем, если вы все скажете нет, вас будут пугать, что вы дезертируете, что вас расстреляют. Да, давай, покажи бумагу, что есть приказ. И только так, если хоть один будет мяться, все, вас, блядь, туда отправят.